занятия художественной гимнастики в спортивном комплексе «Локомотив» существуют уже более 5 лет и пользуются немалой популярностью. Еще в прошлом году юным спортсменкам приходилось делить зал с борцами, а теперь у них есть своя собственная профессиональная база. Раньше мы занимались в зале напротив, если вы не знали. Там были маты. Для художественной гимнастики это очень плохо. Летом уже нам сказали, что ремонт. Но я не ожидала, конечно, колоссальных таких изменений. Здесь профессиональное покрытие, станок, зеркало, все, что нужно для художественной гимнастики. Теперь здесь и профессиональное напольное покрытие, и станки для занятий хореографией, и зеркала. Для демиховских гимнасток новый зал – это стимул к новым достижениям. Красивый, удобный. Много места. Здесь хочется заниматься каждый день. Не было ни зеркал, не было ни станков. Тут много пространства. Мне удобно заниматься, всем удобно заниматься. Мы очень довольны, все очень красиво. Для гимнасток очень важно, что появились зеркала в зале, ковер профессиональный. Как для будущих профессионалов, надеемся, для них это очень ценно. Капитально отремонтировали тренажерный зал. Раньше в этом помещении были только голые бетонные стены и трубы. А теперь это современный большой зал, разделенный на 2 зоны. Для силовых тренировок и для занятий кроссфитом. Укреплять свои мышцы здесь могут не только спортсмены демиховского «Локомотива», а также все желающие. Ну, в составе Орехово-Зуевского городского округа, да, это первый такой значимый ремонт. Ремонт тренажерного зала мы начали работу в начале лета. За 1,5 месяца мы его сделали, но в августе он уже был готов. Сейчас в спортивном комплексе открыто 6 секций, которые посещают около 150 детей. В дальнейших планах руководства отремонтировать игровой зал и открыть новые спортивные направления для взрослых и детей.